В мае 2015-го Дмитровскому мясокомбинату исполнится 4 года. Сегодня небольшой коллектив производит деликатесы не только для жителей Орловского края, признается руководитель ДМК. К нам начали обращаться ИП, торговые организации, оптовые базы, что тоже приятно. Расширили продажи в Орле, в области, даже в соседние регионы. Нас любит Тульская область. А недавно мясокомбинат стал теснее работать с Крамским районом. Сырье теперь закупают там. Над тем, чтобы заниматься разведением собственных свиней и коров, на мясокомбинате уже подумывают. Замкнутый цикл производства значительно экономит затраты. Сегодня месячная потребность в сырье у ДМК составляет 30 тонн свинины и вдвое больше говядины. Всем этим обеспечивает мясокомбинат ОАО «Надежда». Они нам дают сырье и одновременно мы учимся у них производить новые виды продукции. Те, которые хорошо себя показали в Беларуси. Но эксперименты экспериментами, а про покупателя, который любит традиционную продукцию Дмитровского мясокомбината, здесь не забывают. Рецептуру не меняли на протяжении 3 лет. К охлажденному сырью добавляют специи, исключительно австрийские. После чего начиненные колбасы отправляются в печь. Вот уже 4-й год особым неизменным спросом у покупателей пользуются сосиски и сардельки. За месяц Дмитровский мясокомбинат производит 60 тонн мясных деликатесов. Полуфабрикаты входят в это число. Конечно, ассортимент их не столь разнообразен, как у колбас, но спрос есть. Наша новая позиция – это свинина губернская. В состав входит окорок свиной, перец черный и чеснок. Еще наша одна из новых позиций – это буженина делюкс. В составе чисто филе куриное, без кожи. Наша новинка – это сырокопченая колбаса, в состав которой входит свинина, говядина и специи. Мы рекомендуем эту колбасу нашим покупателям по новогоднему столу. Уже завтра эти и другие новинки отправятся в Орел, где на ярмарках выходного дня будут предложены орловскому покупателю. В ассортименте у Дмитровского мясокомбината 190 сортов продукции. И технологи продолжают радовать клиента новыми деликатесами, такими как, например, ореховый сервелат. Сегодня ДМК нарастил объемы производства, чтобы войти в программу по импортозамещению. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».